Друзья, привет, я Фамилия, торговый центр «Индустриальный Санкт-Петербург». Появилось много новинок, давайте все рассматривать. Такие подушечки праздничные с котиками, 450 рублей. Лохматая, 560. Вот такая, такой зайка, 500 рублей, такой хорошенький. А, это сувенир антистресс, 300 рублей, он такой мягкий. А, вот такая опять появилась, смотрите, это котики, 400 рублей, набор фигурок, они из дерева. Смотрите, какие милые, по-моему, это лама, это кашпо, стоит 700 рублей керамика. Классная ваза, синее стекло, стоит 300 рублей, такая 200. 300. Смотрите, вот такая ваза продается сейчас именно в фикс-прайсе, и стоит она 300 рублей. Ну, здесь подороже. 360-ком стекло, 500 рублей. Фиолетовая есть с таким переходом. Ой, такие вазочки. Так, 500, 300, легкая, 300, хорошенькая. 500, и вот такая вот еще есть, мадам, 600 рублей. Видите, какая полочка красивая. Так, это, я так думаю, подсвечник, стоит 600 рублей, свеча в банке, тяжелая. Так, вот такие вазы, 400, побольше 500, совсем большая. Такой чайник, как будто его шариком заткнули, 800 рублей, жаропрочное стекло. А шарик сделан из пробки. Он легкий. Такие же маленькие. Смотрите, какие смешные. Стоит 1000 рублей маленький. Стоит странно. Чайники появились. Так, заварочные. Стекло, нержавеющая сталь. Так, стоит 1000 рублей. Не написано ни объем, ничего. Маленький чайничек заварочный. Ой. Открывается крышка. 700. Кружки вижу. Двойное стекло с ручкой. 450. И маленькая есть. 450. Она не маленькая, просто низкая. А вот это, смотрите, какая классная. 400 рублей. Стакан для кофе с крышкой. Двойное стекло, крышка. Видите, там силиконовая прокладка. Хорошо, есть стакан. Стоит 450 также. С крышки. 400. Кружка такая, кружка. 550 для капучино на бамбуковой подставке. Так, кружка 160. Это фарфор. Пары я вам уже показывала. Кофейный, коричневый, белый. Смотрим тарелки. Что-то ничего не наблюдается. Так, с гранатом 260 глубокая. Мелкая 200. Такой салатник 300 рублей. Так, такая же тарелочка глубокая 350 и мелкая 300. Такая квадратная, интересная, с полосками 350. Красивый какой цвет. Так, 200 рублей тарелка. И большая такая же, 350. Для пиццы, для пирогов 320 оценили. Стекло. Очень много привезли. Такая кривенькая, 300 рублей. Керамика, салатник, миска, как угодно. С этой стороны тоже мята немного. Так, вот такая тарелочка. 200 рублей, отлично. И большой. Я не видела. Смотрите, какой цвет красивый. Так, немного с вмятинами. 300 рублей миска. Это керамика. Так. Тарелочка. Оп. 200 рублей. Написано. Высокие бортики.
Керамика. 400 рублей. Такое блюдо. 300. Так, приятный цвет какой. 250 миска. Керамика. Смотрите, какая миска. Шершавая, как будто капельками. С этой стороны гладкая. 250. Так, это что у нас? Тарелка. 700 рублей. Керамика. Смотрите, какая тарелка глубокая, красивая. С золотым узором. 400 рублей. Салатник фарфор. Уже маленький. 300. Это сахарница с дозатором. Стекло и хромированная сталь. 200 рублей. Это что у нас? Бутылка для масла. 600 рублей. Пробка и стекло. Какие, какие. Смотрите, это ваза для сервировки. 380 стекло. Вот такой. 350 ваза. Симпатичный. 200. 160. Значки все те же. С деревянной крышкой, с замками. 380. 350. Такой вроде не видела. Так, крышка из пластика. Банка из стекла. 250. Вот такой не видела. Крышка из стали. И банка из стекла. 250. Нормально. Банки я не видела. Жесть. Так, и стекло. 300 рублей банка. На литр 240. И маленькая. 250 на 800 миллилитров. Здесь такие же большие. Так, на литр 650. Значит, 350. На 2 литра 100. 400 рублей. Это из жести. Такая с крышкой, с ручкой. Это тяжелая. 300 рублей. Литр 300. Так, вот такая. О, Господи. 350, литр 700. Так, эти все я вам показывала. Так, от люминарка. Силиконовое кольцо. Крышка 250. Литр. Смотрите, что появилось. Так, контейнер для еды 390 миллилитров, стекло и бамбук. 400 рублей. Так, вот такие квадратные. 500 рублей, 800 миллилитров. Маленькие квадратные. 450. Круглые. 500 рублей. 650 миллилитров. Ну, такой богатый банк для хранения. 460 миллилитров. Полностью из пластика. 250 рублей. Побольше. Так, 300, 950 миллилитров. И совсем большая. 450. Литр 800. Линеры. Из стекла, крышка из пластика, люминарка, 300 квадратный объем, не знаю. Так, большой 350, такой же. Так, вот контейнер, другой уже контейнер из жаропрочного стекла с крышкой из пластика, 250. Есть такой же большой, толстое стекло, жаропрочное, на 1 литр. 450. Так, салатничек 140. Ценили. Такой кривуленько. Так, 350. Керамика. Вот такая. Видите, вот с браком. 200 рублей. Керамика. Это мне понравилось.
цвет вообще с ума сойти. 300. А тарелка? Смотрите, какой релакс. Вот, вот брак. 260. Керамика. 22 сантиметра. Так, красивый цвет. Да какой красивый цвет. Так, 160 керамика, суповая тарелка, 23 сантиметра. Такое мне тоже нравится. 250 миска, керамика, тарелки. 300 рублей, коврик у нас универсальный, 55 на 110, хлопок. Такие пестренькие, толстые достаточно. Хороший. Почти все вам показывала. Посмотрите, какая корзина шикарная. Так, стоит она 2000 рублей. Видно, что натуральная и крепкая очень. Ой. А, там еще, видите, металлический каркас. Так, вот такая корзина. Стоит 1500. Корзина не для пищевых продуктов. В Индонезии сделано водный гиацинт. Ну, красиво, правда. 1000 рублей. Для хранения. Корзина для хранения 700 рублей. Хлопок, дерево, железо. Где дерево? Веревка, железо нашла. Ну, в общем, вот так. 700 рублей на контейнер для стирки бюстгальтеров. Разный, видимо. Размер 200 рублей. И разделочные всевозможные. Так, вот такое я не видела. Ну, хорошо. А тут две, пардон. 350 рублей доска. Сделана из бамбука. 30 сантиметров диаметр с цветной ручкой. Так, ой, подставка под горячее 500 рублей. Просто написано дерево, сделано в Индонезии. Смотрите, что-то с лавандой нашла. Чувствую хлопок. Стоит это 1200. Это что? Дорожка декоративная лаванда. 100% полиэстер. На ощупь просто хлопок, хлопок. Такая огромная, смотрите. Есть вот такие расцветки. Более пестрые. Слушайте, ну плотные, приплотные. Хорошая одежда. С термо- и влагостойким покрытием. В яркую клетку. 160 сантиметров. 80 хлопок, 20 полиэстер. Выдерживает контакт с предметами. Нагретыми до 150 градусов. Не впитывает влагу вообще. Понравилось, смотрите, собачка. Скатерть, текстиль. Так, 70 хлопок, 30 полиэстер. Размер 30 на 40. Нет, 140 на 120. Вот. Также термостойкая, влагостойкая. Выполнены из высококачественных тканей с термостойким влагоотталкивающим покрытием. Произведено в Италии. Ну как. Ну классно. Друзья, спасибо большое вам за внимание. На этом обзор закончен. Надеюсь, информация была полезной. До скорой встречи и пока.